Слушаем. Давным-давно в стране далекой, значит, тихой, как никогда, зажглась над куполом высоко та вифлеемская звезда. Под нею в ночь малыш родился, от девы чистый и святой. И Божий дух к земле спустился, и не был мир еще такой. Явился ангел пред Марией и возвещал в своих устах, что от нее придет Мессия, и мир узнает в нем Христа. Но в тайный час его рождения почти никто того не знал, что сам Господь явил спасенье. Он сына людям отдавал. Лежит младенец кротко в яслях, на время скрыто от людей. Лежит начаток благ и счастья, властитель будущих церквей. Молодец! Такое чудесное!